Шалом, дорогие друзья! На этой неделе мы с вами изучаем недельную главу Ваякхель, где Моше собирает всех людей вокруг себя, чтобы научить, что же от них хочет Творец. Когда мы собираемся вокруг праведника, мы учимся у него. Каждый из нас копирует автоматически, бессознательно. Мы все копируем поведение тех, кто находится вокруг нас. Поэтому Тора нас обязует: найдите себе раввина, найдите себе правильных, хороших друзей, у которых вы будете учиться правильным вещам. Если вокруг вас люди курят, вы тоже, скорее всего, будете подвергнуты этому влиянию. Если вокруг вас люди очень щедрые, очень такие сознательные, это тоже будет влиять на вас. Любое поведение окружающих нас людей прямо влияет на нас. Поэтому Моше собирает всех и говорит: посмотрите, посмотрите на праведников вокруг вас, посмотрите и учитесь у них, как же важно окружить себя правильным окружением. Тора дает нам заповедь 3 раза в год подниматься в Иерусалим на Песах, Суккот и Шавуот. Почему Иерусалим? Потому что в Иерусалиме жили коэны, священники, которые очень-очень святые люди, самые чистые люди в народе. Колено Леви, коэны из колена Леви, их Тора называет, что они будут передавать Тору. И когда я поднимаюсь в Иерусалим и вижу вот этих священников, которые служат в храме, которые занимаются только духовной работой, я автоматически впитываю их в модели поведения. Они на меня очень сильно влияют, и Тора меня обязует минимум 3 раза поднимись в Иерусалим. Поднимись и посмотри на этих людей, впитай от них святость. Моше собирает всех, чтобы мы учились у него и у других раввинов и старейшин Израиля. Надо выбирать себе правильного друга. И Пиркей Авот нам говорит: купи себе друга. Ты должен вкладывать в это материальные какие-то средства, не жалей. На правильных друзьях не экономят.